Всем привет! Меня зовут Екатерина Юрочкина, и сейчас мы будем делать упражнение, чтобы улучшить поперечный шпагат и в итоге сесть на него. Начнем. Ноги широко расставлены, выворотно. Поставили руки на коленки. Правое плечо вниз и сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Поменяли плечики. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Посередине сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Углубляемся, беремся под коленками и сидим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Руки на пол, смотрим прямо. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, подняли пяточки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Садимся на пол. Прячем ножку. Сгибаем одну ножку. Одну вытягиваем в сторону. Поворачиваемся к ноге. Беремся за ногу и тянемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаемся, вытягиваем руки вперед и держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поднимаемся, меняем ножки, вытягиваемся правой ноге, ложимся, держим. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Вытягиваем руки вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Собираем две ноги вместе. Как можно ближе к себе. Спину стараемся держать прямо. И начинаем трясти ножки. О, трясем. 8, 7, шея длинная. 6, 5, 4, 3, 2, и далее в пол. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и еще раз. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, и давим в пол, положили ручки на ноги и помогаем руками давить. Давить. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.